Праздник двора – это традиционные танцы, песни и конкурсы. Формально привязывают его ко двору определенного дома, однако собирается, как правило, вся округа. Оно и понятно, устоять перед зажигательными ритмами действительно довольно сложно не только детям, но и взрослым. И если первые охотно становятся участниками, то вторые наблюдают со стороны, возможно, даже с легкой завистью. Ведь для веселых танцев на улице им когда-то тоже достаточно было простого желания, подогретого сотрудниками Дома культуры «Рассвет». Тем не менее, заряд позитивных эмоций, пожалуй, получили и участники, и наблюдатели. Ну, чтоб детям нигде попало не ходить, а вот так вместе собираться, играть. Детям чем заняться, развлекательная программа, очень хорошо, даже замечательно это. С вами участвуете? Ну, у меня маленький детка еще, с удовольствием, но он не пойдет, маленький, вот подрастет, будет ходить, участвовать потом. В детском саду, мне кажется, в помещении там духота не хватает. А здесь танцы, конкурсы, развлекательные программы всякие. Аниматоры в костюмах смешариков и аквагрим стали дополнением развлекательной программы по улице Ленина, 27Б. По этому адресу был закрыт сезон праздников двора в этом году. Закрытие получилось ярким, и, возможно, именно поэтому его не смогли оставить без внимания и официальные лица. Это очень хорошая традиция, обычаи праздновать всем двором. Да, так сложилось, что у нас городские жители друг друга плохо знают. Здесь вы будете знакомиться, понимать, у кого какой там ребенок уже вырос, какой класс пошел. Подобные праздники объединяли дворы на протяжении всего лета, начиная с июня. За это время рассветовцы прошлись более чем по 20 адресам, провели более 20 ярких праздников. И пусть в этом сезоне дворовое шоу закончилось, однако оно обещает продолжиться в следующем, возможно, с еще большим размахом.